Квин и Тини Тернер присудили почетные Грэмми. Церемония вручения запланирована на лето 2018 года. Британская группа Квин и американская певица Тина Тернер стали лауреатами почетных премий Грэмми, пишет Rolling Stone. Торжественная церемония вручения запланирована на лето этого года. Despacito стала триумфатором латинской Грэмми. Также известно, что награду удостоились певица Эмилу Харрис, музыканты Нил Даймонд, Хал Блин, Луид Джордан и группа The Meters. Что касается основной премии Грэмми, то вручение статуэток состоится 28 января в Нью-Йорке. Ранее корреспондент Нет сообщал, что Джей-Зи в этом году стал рекордсменом по количеству номинаций на премию Грэмми. По материалам сайта news.com.